Начальник управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Ерлан Утешев, совершивший ДТП со смертельным исходом, арестован на 2 месяца. Чиновник будет переведен в СИЗО, однако не сразу. Только по окончании лечения в больнице, где находится в настоящее время. Напомним, против госслужащего возбуждено уголовное дело. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, которое предусматривает до 5 лет лишения свободы. Из зала суда Анвар Шаликенов. В зал суда Утешева доставили прямо из больницы. Должностное лицо отказалось выступать на заседании суда, предоставив слово своему адвокату. Вину свою госслужащий признал частично. А вот адвокат потерпевших просил арестовать его сроком на 2 месяца, чтобы Утешев не смог влиять на ход следствия. Защитник чиновника настаивал на домашнем аресте, поскольку тот страдает панкреатитом и ишемической болезнью сердца, а также имеет 3 малолетних детей. В ответ адвокат потерпевших заметил, что болезни Утешева не помешали ему употреблять спиртные напитки. Я также поддерживаю ходатайство. Считаю, что если Утешев будет избрана другая мера пресечения, он может воспрепятствовать объективному расследованию по данному уголовному делу или будет пытаться скрыться от дознания суда и попытается уйти от уголовной ответственности. Вот еще один интересный факт. Буквально накануне стало известно, что Утешев уволен с поста начальника управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области. Когда было принято такое решение, неизвестно. В пресс-службе акима Карагандинской области пообещали, что предоставят всю интересующую информацию позже. Я хотел бы суду обратить внимание на следующие моменты. В частности, государственный обвинитель, мой коллега, говорит, что якобы мой подзащитный может скрыться от следствия и помешать объективному расследованию данного уголовного дела. Я считаю, что эти утверждения голословны. Он скрыться в любом случае никак не может, потому что у него на руках находятся 3 несовершеннолетних людей. Сам он после этого дорожно-транспортного происшествия пострадал и получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головы и фактически в полубессознательном состоянии находится здесь. Напомним, авария произошла в Караганде в ночь на 16 февраля. Начальник областного управления энергетики и ЖКХ Ерлан Утешев на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с 2 автомобилями. В результате ДТП погибла женщина. В областной прокуратуре подтвердили, что начальник управления ЖКХ в момент аварии был пьян. Анвар Шаликенов, Тульген Рашитов, Первый Карагандинский.